То, что произошло сегодня, иначе как трагедией назвать нельзя. И виноват в этом я. Я знал, что дома закончились кофейные зерна. И, будучи вчера в Питере, забыл их купить. А начинать день с кофея я привык уже очень давно. Что же делать? Как жить дальше? Но совершенно случайно в одном из кухонных шкафчиков обнаружилась пачка дешевого молотого кофея. Уж не помню, откуда она взялась. Скорее всего, когда-то я покупал ее для какой-нибудь поездки. Так что придется мучить себя так называемым молотым кофеем Жокей. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня четвертый день моего видеомарафона. Влоги каждый день. Еженедельные влоги. Всего, как вы можете понять, этих влогов будет 7. Сегодня 8 день августа. Сегодня погода унылая. Небо предвещает дождь. И пока я не знаю, поеду ли я в столицу Камчатского края, или буду трудиться дома. Но в любом случае, что-то вас ждет. Сейчас я отправляюсь варить кофе. Остальное сниму позже. Как и предполагалось, дождь в Петропавловске начался. Но это не остановило меня от поездки в столицу Камчатского края из своей деревни. Потому как недавно дома сломался френч-пресс, то есть стакан для заваривания чая. И я поехал на рынок, чтобы купить там новый. Поехал я на рынок, который находится в районе 6-го километра. И вы сейчас сами видите, как и куда я еду. Еду я по нижнему горизонту, еду никуда не торопясь. Автоматических мобилей на дороге совсем немного, потому как дождь льет. Все, кто хотел или вчера вечером, или сегодня утром, укатили на дачи. А в дурную погоду ездят немногие. Я подъезжаю к микрорайону Горизонт Север, и до рынка осталось совсем немного. Вы не обращайте внимания, что дворники мечутся по стеклу так лихорадочно. Я обычно ускоряю в 3 раза видео с регистратора
для того, чтобы зрителей моих видеодневничков не заставлять долго смотреть медленное, плавное движение автоматического мобиля. Проехавши по кольцу, я завернул на улицу имени Лукашевского. Это был знаменитый камчатский врач, похороненный в старой Караге. И вот сейчас, волчьими тропами и дворами, я приближаюсь к рынку. Справа вижу отремонтированное здание детской больницы. В день субботний на рынок приехали многие. И хотя парковочных мест, казалось бы, на рынке достаточно, но найти там место для парковки достаточно сложно. Сейчас, впрочем, вы увидите сами, как приходится описывать полукруги для того, чтобы где-то пристроить автоматический мобиль. Впереди освободилось место, но на него втиснулась «Волга-Универсал». В этом ряду больше мест для парковки нет. Вот выезжает еще один автоматический мобиль, и тот мобиль, который передо мною, втискивается на его место. Я заворачиваю, еду дальше, вот место нашлось. А вот теперь я пришел ногами в район 6-го километра. А вот это вот памятник участникам Трудового фронта на Камчатке в Парке Победы. И вообще, я немножко прогулялся. Поначалу микрорайона Дачная и по 6-му километру. Новый, недействующий, построенный слева от ЦУМа торговый центр, который хозяева никак не могут продать, а арендаторов на этих площадях вообще нету уже несколько лет. Дождь, пешеходы, цайтраферная съемка, так называемый таймлапс. Это так называют интервальную съемку. Дождь, серо, уныло. И довольно холодно. Я думаю, около 10-12 градусов по шкале Цельсия. Пора двигаться назад к автоматическому мобилю и выдвигаться дальше, в сторону КП, контрольного пункта, по недоразумению, называемого Комсомольскую площадью. Вот так я выезжаю с рыночной парковки, опять ухожу к краевой детской больнице. Подъезжаю к колледжу искусств, бывшему музыкальному училищу, который мы видим справа и сейчас на светофоре. Уйду направо на Дачную для того, чтобы выехать на главную дорогу столицы Камчатского края. Вот эти вот места вы видели минуту назад в виде цайтраферной съемки. Выезжаю на центральную дорогу на 6-м километре и направляюсь ближе к центру города. Дождь усиливается, спускается туман. Но чем ниже к урезу воды я подъезжаю, а дорога ведет под уклон, тем туман становится меньше и меньше.
Четвертый километр, бывшая столовая, называемая Мавзолеем. Впереди здание управления внутренних дел Камчатского края, полиции. Вот оно. А это первая на Камчатке 16-этажка, построенная, если я не ошибаюсь, в 88 году века минувшего. Спускаюсь по улице Ленинградской, бывшей улице Микояновской. Слева вижу Петровский хребет. До моего очередного пункта назначения, до КП, осталось совсем немного. Мое величайшее мастерство – быть лучшим прокрастинатором всех времен и народов. Я дотянул до глубокой ночи, чтобы записать вот эти вот самые финальные слова, которые сейчас произношу. Я, конечно, пытался оправдывать себя, что нельзя никому мешать, что вокруг посторонние звуки, а ночью тихо, но на самом деле это была чистейшей воды прокрастинация. Ну что ж, это был четвертый выпуск моего марафона, моего видеомарафона. Влоги каждый день, еженедельный видеодневничок. И теперь, как вы привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится смотреть на столицу Камчатского края, которую я вам показываю, обязательно пишите внизу под роликом комментарии. Я хочу знать, что вы думаете, глядя мой видеодневничок. Ежели вы на моем канале впервые, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив которую, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились волшебные слова. Вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали. Молодцы. Замечательно. До свидания.